Terra приобрела биткоины эквивалентом свыше 1 миллиарда долларов. Zelica подорожала за сутки на 71%, за неделю на 370%. Хакер украл у Ronin Network сумму более 625 миллионов долларов. Opera расширит поддержку новых блокчейнов. Стоимость биткоинов на кошельке, принадлежащем разработчикам блокчейна криптовалюты Terra Luna, превысила 1 миллиард долларов. По данным аналитической компании Blockchair, в период с 20 по 24 марта руководители проекта Terra купили 5934 биткоина. В итоге количество монет криптохранилища увеличилось до 24 954. 14 марта создатель Terra Doc Won анонсировал план Terraform Labs приобрести биткоины на сумму 10 миллиардов долларов, чтобы обеспечить стабильность курса стейблкоина Terra USD. Поэтому представители экосистемы Terra продолжат наращивать свои криптовалютные резервы. Криптовалюта Zelica подорожала за последние сутки на 71% благодаря новости о предстоящем открытии метавселенной Metapolis. 23 марта разработчики Zelica анонсировали запуск виртуального пространства, который должен состояться 2 апреля в Майами. Спустя три дня курс Zelica начал пампить. В период с 26 по 31 марта стоимость цифрового актива взлетела на 373%. О Metapolis представлено слишком мало информации, чтобы сделать однозначный вывод о потенциале проекта. Пользователи виртуального пространства получат возможность создавать цифровые продукты, например, NFT. Команда проекта Ronin Network, ориентированного на игры, объявила о потерях на сумму более 625 миллионов в коинах USDC и эфире. Сообщается, что уязвимость затронула ноды валидации Ronin Network для Sky Mavis, издателей популярной игры Axie Infinity. Злоумышленник использовал взломанные приватные ключи для фейковых выводов средств с моста Ronin. Убытки оцениваются в 173 600 эфириумов и 25,5 миллионов USDC. Пока что большая часть средств остается на адресе киберпреступника, при этом 6250 эфира были переведены на другие адреса. Норвежская компания Opera анонсировала расширение поддержки новых блокчейнов для кошелька в своем браузере. Среди криптовалют, которые в скором времени будут поддерживаться браузером Opera – Solana, Polygon, StarX, Ronin, Celo, Bitcoin и другие. Также десктопный криптобраузер Opera теперь может получить доступ к Polygon и скоро подключиться к остальным. Все они также доступны в Opera для Android, а на iOS поддержка новых криптовалют будет добавлена позже. Это были все новости на сегодня. Спасибо за просмотр и не забывайте подписываться на нас в других социальных сетях.